YouTube начинает подводить итоги 2016 года. Названы самые популярные у пользователей ролики. Первое место у «Караоке на колесах». Это программа британского комика Джеймса Кордена. И выпуск с участием певицы Адель набрал 135 миллионов просмотров. В десятке лидеров еще пара музыкальных видео. Триллер с побоищем на бутылках с водой, а также реклама с участием Криштиану Роналду, где по сюжету футболист просыпается в теле подростка. Третье место вот у этого жутковатого видео, снятого в зоопарке американского городка Финикс. Герои ролика показывают, что находится в хвосте у гремучей змеи. Его посмотрели 59,5 миллионов человек. А в Фейсбуке продолжается душевный флешмоб под хэштегом «10 лет назад». Пользователи публикуют свои снимки начала 2000-х годов и ностальгируют. Одни вспоминают, как переезжали из родного города в Москву. Другие сокрушаются, что тогда были и моложе, и стройнее. А как шло вот это платье? Третьи шутят, лица те же, а вот техника. Техника была совсем другая. Громоздкие магнитофонные стойки теперь остались в прошлом. Снимать можно прямо на телефон. А я и не думал, что изменилось так много, вздыхают пользователи. Свинья успокоитель начала работать в аэропорту Сан-Франциско. Симпатичное создание по имени Лилу наняли, чтобы поддержать боевой дух в пассажирах. Те из них, кто боятся летать, могут поиграть со свинкой и успокоиться. Для поднятия настроения пассажиров в аэропорту есть целая бригада. Основной костяк – это собаки, но есть и кролик, а теперь и свинка. У Лилу уже появился собственный профиль в Инстаграме. Руководство аэропорта уверяет, Лилу можно не только погладить, а она будет также играть на пианино и кланяться после выступления.